Из автомобиля, припаркованного на улице Кати Перекрещенко, неизвестные украли 26 мешков с кедровым орехом. Ущерб составил 117 тысяч рублей. Ориентировочно кража была совершена в ночь на воскресенье. Эрнест Пружинин окажется на скамье подсудимых за то, что обманул своего подзащитного. Адвокат обещал дать взятку сотруднику правоохранительных органов, чтобы избавить своего клиента от уголовной ответственности. Деньги Пружинин взял, а вот взятку не дал. Теперь он обвиняется в покушении на мошенничество. В Черногорскую хирургическую больницу поступил томограф. Новый аппарат поможет устанавливать самый точный диагноз тяжелобольным людям. В данный момент идет реконструкция помещения, где установят оборудование. Укрепляют полы, потолки, ставят защитные от радиации панели. Сотрудники уголовного розыска Минусинска раскрыли серию грабежей. За 5 дней преступники напали на 6 женщин. Грабителей задержали при совершении очередного преступления. Ими оказались 2 15-летних школьника и 1 ранее судимый ПТУшник. Служба занятости населения республики отчиталась о реализации 3-летней программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Оказалось, что показатель безработицы в Хакасии стал минимальным за всю историю службы.